Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Василиса Смирнова, профессиональный руководитель, бизнес-девелопер и игротехник. Здравствуйте, привет. Ольга! Здравствуйте, друзья! Василиса, такой вопрос. Что за зверь бизнес-девелопер? Бизнес-девелопер по-русски это директор по развитию. Человек, который занимается развитием, тот, кто занимается стратегией бизнеса, тот, кто говорит, бежим туда и бежим вот так. В то время, когда операционный директор или генеральный директор, он занимается больше тактикой, он занимается тем, как мы бежим туда. Как-то так. Да. Но мне кажется, это не в каждой компании есть, да, бизнес-девелопер. То есть на каком этапе вообще развития компании появляется такая вакансия и зачем она нужна? Ну, все зависит от структуры действительно компании, от того, кто занимается управлением компанией. Обычно стратегией, развитием занимается либо генеральный директор, если у него есть операционный директор, тот, кто занимается операционным управлением, либо если операционными текущими задачами, тактическими задачами занимается генеральный директор, тогда ему нужен директор по развитию, тот, кто будет задавать ритм, тот, кто будет задавать стратегию, направление, куда компания в целом должна двигаться. Вопрос того, на каком этапе появляется эта должность компании, он очень такой неоднозначный, потому что если генеральный, который, он же обычно собственник компании, он же генеральный, сам по себе хороший стратег, ему, как правило, на начальном этапе не нужна поддержка. Потребность поддержки начинает появляться, когда компания уже дорастает достаточно большого оборота, большого количества работы, большого количества людей. И когда генеральный не успевает следить за всеми задачами, тогда он берет себе в помощники меня. Я так понимаю, что это не на постоянный, да? То есть это временное такое, как должность, ты приходишь в компанию, то есть помогаешь им развиваться на какой-то период, да? А потом у тебя, я смотрю, все время какие-то другие проекты, что-то новое. То есть с чем это связано? Ну, вообще должность директора по развитию такая же постоянная, как и любая другая должность. В случае со мной действительно я больше проектный директор, потому что когда я прихожу в компанию, передо мной ставится какая-то достаточно большая, масштабная, сложная задача. Чаще всего эта задача либо навести порядок в компании, систематизировать то, что уже есть, либо эта задача вывести компанию на новый уровень развития, на новый уровень работы. Когда эта задача, когда я ее решаю, ну, мы вместе решаем, она выполнена, на этом мой контракт заканчивается. Обычно мы заранее определяем сроки, объем работы, и поэтому, ну да, я такой проектный директор. Ну расскажи, как ты к этому пришла? Ты же, наверное, не всегда была такой, да? То есть, нет. Такой испорченной я была не всегда. Да. Я работала очень много лет в найме, я работала в сети аптек Промачев Фамилии, это самая на сегодняшний день крупная сеть аптек в стране. У нас не было абсолютно никаких инструкций, не было отлаженных процессов, не было отлаженного понимания, что нам делать, как нам это все выстраивать, поэтому учились исключительно на собственных граблях, на собственных ошибках, постепенно с каждой новой аптекой, с каждым новым косяком приходило понимание, а как это все выстроить, как сделать так, чтобы оно работало автономно, так, чтобы оно не давало сбои, и как сделать так, чтобы оно развивалось. После Фамилии я ушла в Лореаль, я возглавила направление Лореаль Фарма, это было абсолютно новое направление для Молдовы, оно тогда было совершенно, ну его просто не было. Я там работала именно бизнес-девелопером, ну то есть человеком, который как раз все это развивал. И постепенно, я проработала там 5 лет, рынок появился, сформировался. В какой-то момент оказалось, что то, что для меня очевидно, ну, после такого большого объема работы, оно не очевидно для других людей, и умение выстраивать систему в бизнесе это навык, которым не все обладают. Не все бизнесмены, не все руководители этим обладают. При этом ко мне приходили какие-то сначала мои знакомые, знакомые знакомых, они приходили за консультациями, за советом. Как-то так я к этому и пришла. Все закрутилось, понеслось, да. И теперь все к тебе ходят на копе, да? Да. Окей, скажи, пожалуйста, после Лореаль, что было? Как ты вообще оттуда ушла? Что стало вот таким переломным моментом, что ты решила, все, вот я бросаю работу в крупной международной компании, ухожу в свободное плавание? То есть что это было?
Я поняла, что у нас, я могу прямо рассказать эту историю. В тот момент рынок уже был достаточно развит, на рынке было, вышли все крупные игроки, и у нас было так получилось, что практически все основные конкуренты, которые были у L'Oréal Pharma, дистрибьютором этих конкурентов была одна и та же компания. Мы собрались для того, чтобы обсудить какие-то планы к Новому году, потому что это уже был сентябрь, в сентябре все готовятся к Новому году. И мы что-то обсуждали, я сижу и понимаю, что вот это уже было, это я делала, это пойдет вот так, вот здесь надо чуть-чуть вот так поменять. И у нас было совещание совместное, ну, наверное, часа три, и после этого я вышла с ощущением того, что все. Ну, видимо, это потолок. То есть я настолько знаю, у меня настолько все автоматизировано, я настолько знаю, что нужно делать, и настолько у меня уже все люди остальные тоже знают, что нужно делать, что мне просто достаточно, ну, отправить два письма, и у меня все, дальше процесс, ну, пойдет. Мне не надо прилагать каких-то особых к этому усилий. Я поняла, что, ну, все, нужно искать что-то другое. Сначала я хотела открыть свой собственный бизнес, какой-то другой альтернативный. Я хотела заняться производством продуктов питания. Это потрясающий опыт. К счастью, не дошло до производства. Хотя я собрала команду, я умею собирать команды. Но как-то постепенно люди, которые приходили за советами именно в бизнесе, я поняла, что их такое количество, что с этим надо что-то делать. И я попробовала, кто-то мне предложил сделать какой-то совместный проект с его бизнесом. Я подумала, ну мне же не горит, я не спешу с продуктами питания. Я сделаю сначала с ним проект, а потом обратно вернусь к своей бизнес-идее. И вот так уже 4 года. И все никак. Да. На самом деле это многих наших участников интересует такой вопрос, да, почему вот многие бизнес-тренера, да, которые даже всемирно известны, допустим, тот же Петросевич или Гандапас, да, то есть они на самом деле занимаются консультированием большого числа компаний, то есть сами проводят мероприятия, обучают других людей, как строить бизнес, но при этом у них нет своего бизнеса, грубо говоря, да, тех же продуктов питания. То есть с чем это связано? То есть как это, сапожник без сапог? Ну, в какой-то мере и да, и нет. Во-первых, задача консультанта, ну, скажем так, когда ты занимаешься своим собственным бизнесом, у тебя видение, оно глубокое, но оно узкое. Когда приходит консультант, он может не разбираться глубоко в специфике именно твоего бизнеса, но у него очень широкий кругозор. И он понимает, что вот отсюда, если взять и соединить, то здесь будет работать, будет, ну, эффективнее, быстрее, лучше, по-другому. Он дает эти инструменты, он показывает бизнесу, что смотри, ты можешь здесь сделать что-то лучше, ты можешь ускориться. Либо он показывает, что смотри, ты идешь вообще не в ту сторону, а в какую сторону ты хочешь идти. И это и тоже форма бизнеса. Я себя пока что считаю таким self-employed. Я работаю на саму себя. Я свой собственный бизнес. Но это немножко тот же Гандапас, ну или Фридман, который скоро приедет, и чей приезд я прям жду. Да, они занимаются консалтингом, но та часть, которую они не афишируют, все равно у тебя есть какой-то еще пассивный доход, потому что ты все равно в какой-то момент становишься совладельцем компании, которую ты консультируешь, либо у тебя появляются какие-то параллельные бизнесы, просто ты не вкладываешь туда столько усилий, столько энергии, сколько ты вкладываешь в консалтинг и в развитие чужих бизнесов. Ну, поэтому оно не на слуху, но это есть все равно. Угу. То есть это у тебя осознанный выбор, получается? Да, это очень осознанный выбор. Скажи, пожалуйста, вот многие, в основном молодежь, думают, да, что вот руководителем будет это круто, что это вообще очень офигенно быть там сразу начальником, директором, да, а еще лучше предпринимателем. Вот на твой взгляд, где у нас в Молдове учат быть руководителями? Где ты можешь научиться так, чтобы хоп, и сразу директор? Ну, хоп, и сразу директор не получится, волшебных таблеток не бывает, ну, я в них не верю. У меня недавно была забавная ситуация, я руководила IT-компанией, и мы искали проект-менеджера. К нам пришел, мы провели очень большое количество собеседований, к нам пришел мальчик на собеседование, он работал проект-менеджером, но не в IT-сфере, то есть он пришел из банковской сферы к нам на собеседование.
И когда мы у него спросили, почему он хочет поменять, по большому счету, свою... Ну, для него это было понижение, потому что там он руководил большим отделом. Он руководил колл-центром в банке. И у него в подчинении было что-то около 100 человек, а тут он там приходил в небольшую компанию, где у него в подчинении было бы человек 10. Мы у него спросили, почему он хочет, ну, перейти. Он сказал, ну, он честно ответил, что он хочет зарабатывать больше, в банке не очень большая зарплата. При этом сказал, что он собирается, ну, вообще переходить в IT, потому что там больше зарплаты, но он хочет сохранить за собой управленческую должность. Когда мы ему часто сказали, что ты знаешь, у нас программисты в компании зарабатывают там в два раза больше, чем управленцы, те, кто управляет этими программистами. У него было такое очень вытянутое лицо, шок и такое, как? Ну, то есть... Обычно стереотипное мышление связано с тем, что если я буду начальником, я буду много зарабатывать. Это далеко не всегда так. Это первое. Второе. Для того, чтобы быть руководителем, ты должен понимать, что ты несешь ответственность не только за себя и свои действия, но теперь ты несешь ответственность за тех людей, которыми ты управляешь. Это гораздо больший уровень ответственности. Это второе. И третье. Нужно понимать, что если ты хочешь быть руководителем, то ты... У тебя уже сверху никого нет. Кто бы тебя прикрыл, если что? Ты, все шишки валятся на тебя. И мало того, они валятся и на тебя, и если что, ты прикрываешь свою команду. И это тоже надо понимать. Поэтому не так все просто, во-первых. Во-вторых, да, научиться можно. Ничего страшного там нет. Можно учиться, если мы говорим про Молдову, то, например, в моей школе управления. Почему бы об этом не сказать? Ну, у нас есть достаточно много бизнес-школ. Ну, много не скажу, но есть. Моя рекомендация, мой совет – учиться этому у практиков, у тех людей, которые действительно управляют другими людьми, а не начитались книжек или где-то преподают, ну, просто теорию, потому что на практике оно далеко не всегда так, как написано в книге. И мало того, мы живем все-таки на постсоветском пространстве. Наш менталитет, менталитет наших граждан, он чуть-чуть отличается от западного менталитета. И тут тоже есть своя специфика, которую, допустим, в западных книгах по менеджменту, ее просто там об этом не пишут. То есть надо учиться либо, опять же, у постсоветских тренеров, ну, либо методом тыка на практике осваивать. Методом тыка. Ну, я знаю, что это один из твоих коньков, да, это обучить людей, как конвертировать свой опыт, да, предыдущий, конвертировать его в какие-то готовые техники. Можешь об этом рассказать? Могу. Я в какой-то момент своей жизни задумалась о том, что есть миссия моей жизни, зачем я живу. Я поняла, что... То, что я умею делать больше всего и лучше всего, и то, что мне действительно, вот мне прям нравится. Во-первых, мне нравится работать с людьми, потому что это то, что показывает тебе, какой ты есть. Это то, что позволяет тебе что-то изменить. А во-вторых, мне нравится, у меня как-то так оно получается, я сама не знаю, как это получается, но я могу обработать большой объем информации и объяснить понятно. Это то, что нравится моим ученикам. Я очень хочу изменить уровень жизни в этой стране. Я очень хочу что-то сделать для Молдовы. Когда я разбиралась, зачем же я живу и что я могу сделать для Молдовы, я поняла, что я могу что-то поменять в головах людей, а для этого мне надо как-то их так, ну, научить. Это неправильное слово, нельзя человека научить. Человек может только научиться. Но ему можно создать такие условия, где он сможет научиться чему-то новому, где он сможет понять что-то новое и дальше прийти в свою компанию, прийти в свой отдел и там делать по-новому, и там менять ситуацию, менять там людей, и эти люди потом будут там выходить на улицу, общаться со своими семьями, общаться с друзьями, влиять на них. Ну, то есть так я могу что-то изменить в Молдове. Так я это меняю. Маленькими шагами. Как ты считаешь, что важнее, жесткая дисциплина или мотивация? И не то, и не другое. Мой подход к бизнесу – это системный подход. Огромная часть системного подхода – это ответ на вопрос «зачем?». Зачем мы это делаем? Зачем нам надо это делать? Что мы хотим получить? Когда
во-первых, у самого лидера в голове есть ответ на этот вопрос. Что я хочу получить? Что я хочу, чтобы было? Как я хочу, чтобы это было? Тогда он может это транслировать дальше своим людям. Когда у людей есть вопрос, зачем это надо делать, не возникает вопроса с дисциплиной, не возникает вопроса с давайте сделаем красивенько. Все понимают, для чего они работают, какой результат они ожидают. И когда, плюс-минус хотя бы, когда они ожидают этот результат. Тогда у человека есть стимул дальше работать. Ну хорошо, это, наверное, касается топ-руководства компании, да, то есть, ну, сам предприниматель, может быть, директор, там, директор по маркетингу, а что касается линейного персонала, допустим, он приходит на работу, вот его единственная мотивация, это я хочу получить свою зарплату 5000 и окей, а вечером я хочу погулять с собакой, с девушкой пойти в кино, ну, нет у него, то есть, как это... Прекрасный пример произошел со мной буквально недавно. Я в одном из банков решила закрыть депозит. Я его решила закрыть досрочно, и правило в банке такое, ты когда приходишь досрочно, закрываешь депозит, тебе нужно написать заявление, и в заявлении указать причину, по которой ты досрочно это делаешь. Девушка мне дает бланк, я говорю, девушка, а что мне писать-то, ну, мне правда, ну, я, ну, что писать? Она говорит, ой, да напишите по личным причинам и все, никто не будет читать. В этот момент я зависла, вот я правда зависла, потому что я понимаю, что, во-первых, там дальше я клиент банка, я собираюсь закрыть депозит, я собираюсь уйти из этого банка. Там в банке никто мной не занимается, никому нет дела, почему я ухожу. Кто-то создал какой-то формуляр, который вроде как должен был помочь проанализировать, почему уходят клиенты, как-то может их остановить. Но до девочки, которая вот сидит, операционистки, никто этого не донес, ей сказали, надо заполнить формуляр. И она там что-то всем говорит, отписывается. В итоге информация, ну, то есть я потратила свое время зря. Я так и поняла, что я потратила зря на заполнение этого формуляра. Банк никакой полезной информации не получил. Девушка как не понимала, зачем она это делает, так и не понимает. Если бы ей кто-то объяснил, для чего это нужно, она бы, почувствовала свою значимость, почувствовала, что вот там какие-то небожители, они могут действовать только через нее, потому что она со мной общается, а не они. Она бы почувствовала, что ее мнение ценят, потому что если бы она потом пришла и сказала, слушайте, что вот эти бумажки, вы же с ними потом ничего не делаете, зачем вы тратите время клиентов? И ее бы тоже услышали. Для нее это было бы большим стимулом работать. Люди не всегда работают ради денег. Да, ну, да, деньги это важно, но у нас такое количество огромное есть примеров, когда люди работают в компании за не всегда большую зарплату, но их там прет. Ну, это же не про деньги. Да, эти люди тоже вечером ходят кофе попить, погулять, с друзьями встретиться. Но почему-то их прет в этой компании работать. Окей, а что делать, если не прет? Зажигать, разбираться, понимать, что ты хочешь от человека получить и каким этот человек должен быть. Иногда бывают ситуации, когда... Самый классический пример – менеджеры по продажам. Продавцов ищут абсолютно все. В должность менеджера по продажам стремятся попасть. Не то чтобы стремятся попасть, но все думают, что это так легко. Я вот сейчас приду, да, вот ты ну, понимаешь, что это нелегко. Мне кажется, люди, которые получили профессию, грубо говоря, экономиста или юриста, и они понимают, что по специальности там нет шансов, все идут менеджеры по продаже, потому что, грубо говоря, нет других каких-то навыков, которые... Ну, вопрос высшего образования – это вообще отдельная тема. Но мне кажется, современное высшее образование, оно сильно переоценено. Но в чем смысл? Когда люди приходят на эту должность, что происходит? В голове у нанимающего нет ясного представления, какими конкретно качествами должен обладать этот человек. Потому что одно дело, если это консультант в аптеке или консультант в магазине, то он должен уметь работать с большим потоком людей, должен быть очень стрессоустойчивым. Когда мы говорим о продавце каких-то серьезных систем безопасности, серьезных проектных работ, промышленных строительных работ, это человек, у которого должны быть навыки ведения переговоров с топ-менеджментом. Это человек, который должен уметь слушать, любой продавец должен уметь слушать, но если мы говорим о крупных продажах, то это человек, которому должно хватать выдержки и аргументов для того, чтобы разговаривать с топ-менеджментом и обсуждать достаточно большие суммы контрактов. И это абсолютно разные по своим характеристикам люди.
Но тот человек, который проводит собеседование, не всегда это понимает. И тот человек, который приходит на собеседование, тоже далеко не всегда это понимает. В итоге что происходит? Мы нанимаем того, кто нам не подходит. Мы его не обучаем, мы не следим за его развитием. В итоге он не знает, что делать, он не растет, он не понимает, куда движется компания, потому что ему об этом не сообщают. На что он ориентируется? На что-то, что ему понятно. Понятно ему, понятен ценник, понятен уровень моей зарплаты. Все. Это то, что начинает тогда человека волновать. Ну, в связи с этим такой вопрос. Вот что лучше, брать человека, которому реально нравится вот твоя компания, он думает, блин, вот хочу работать в этой компании, но он не профессионал, он, может быть, не обладает всеми нужными навыками, да, то есть ни опытом не обладает, либо брать уже готового профессионала, ну, который как бы не прочь поработать, то есть, но нет у него особого такого, ну, как любви к конкретно этой компании. Смотря для чего. Я считаю, что когда есть какие-то сложные задачи, но они носят проектный характер, то лучше нанять сразу готового специалиста, заплатить дороже, потому что специалист стоит дороже, но четко с ним договориться, что я за это получу, что мне будет за это, и тогда у вас есть право спрашивать. В ситуации же мы живем и работаем на рынке, где кадровый голод вызван тем, что у нас, ну, мозги уезжают. У нас действительно люди заканчивают вуз, они не знают, не умеют. Они, может, и хотят работать, но они не умеют. Их, да, надо с горящими глазами нанимать, а дальше их надо учить. И поэтому бывают ситуации, когда чаще всего нанимается человек с горящими глазами, который знает что-то про компанию, который уже как-то ему там хочется, он слышал про эту компанию, у которого, может быть, друзья работают, то есть они совпадают еще и по ценностям, потому что друзья привели своего друга, значит, они, ну, они будут вместе работать, им будет комфортнее. И дальше создавать для него систему обучения, создавать его персональный план развития и следить за тем, чтобы огонь в глазах не гас, и за тем, чтобы человек профессионально развивался. Ну, да. Скажи, пожалуйста, вот управление – это вообще универсальная штука? Или вот для того, чтобы управлять вот компанией, допустим, программистов или компанией сантехникой, нужны какие-то разные компетенции, разные навыки? Ну, смотри. Если мы говорим про управление компанией в целом, то принцип везде одинаковый. У тебя есть какая-то производственная часть, у тебя есть продажи, и у тебя есть финансовая составляющая, и ты как рулевой смотришь, как оно у тебя движется. А дальше у тебя есть твоя команда, которая следит уже за показателями, датчиками, они должны технически разбираться в этом. Если мы говорим про управление, например, отделом айтишников, да, IT-отдел, то там, конечно, ты должна понимать, чем конкретно занимаются эти люди, понимать, они лажают или не лажают, где они знают, не знают. То есть ты тоже должна обладать профессиональными компетенциями техническими. Поэтому, ну, нужно смотреть, какое именно управление. Хорошо. Такой еще вопрос. Вот мы вначале упомянули, что ты, кроме того, что ты бизнес-девелопер, ты еще и игротехник. Я так понимаю, первый сертифицированный игротехник в Молдове. Да. Что же это такое? Наверняка нашим слушателям будет интересно узнать. Ну, я очень последовательна. Мне нравится передавать знания людям, и мне нравится, когда это меня... Это то, что меня прет. Мне нравится, когда люди сжигаются, когда они начинают понимать, что они вообще делают и зачем они это делают. Я все время в постоянном поиске нахожусь каких-то способов, а как человека можно к этому привести. То есть когда-то, лет 13 назад я провела первый в своей жизни тренинг. Это было очень забавно. Я притащила из дома большой такой монитор плоский, поставила его на стол, созвала девочек. У нас была сеть магазинов, позвала девочек из магазинов, принесла пирог из дома. И мы с чаем, пирогом сели рядом с этим монитором. Я какую-то склепала такую презентацию в PowerPoint, и что-то я им там что-то рассказывала. И мне казалось, что тренинг. 13 лет спустя я знаю, что такой тренинг, мягко говоря, бесполезен. Людей, опять же, людей нельзя научить. Человека можно только поставить в
такую ситуацию, когда он сам осознает, что вот здесь, здесь, здесь мне не хватает знаний, я готов учиться, я пошел искать информацию. Только в таком состоянии он сам приходит, берет информацию. Поэтому очень часто говорят, что тренинги бесполезны. Тренинги бесполезны, когда человек не понимает, а зачем ему это надо. Игротехник – это человек, который создает такое пространство для коммуникации участников и такие условия для их коммуникации, чтобы люди смогли сами понять, смогли в первую очередь прийти к осознанному состоянию и ответить на вопрос «Зачем? Зачем мне это надо? Что конкретно мне надо и как я буду это получать? Как я буду достигать своей цели?» А дальше задача, естественно, тренера либо игротехника, ну, то есть если человек может быть и тренером, и игротехником, накидать инструментария для того, чтобы человек мог этот инструментарий взять, попробовать, понять, что так, мне нужна, вот тут у нас лежит лопаты, грабли, вилы, кому нужны лопаты, берет лопату, кому нужны грабли, берет грабли, кому надо вилы, берет вилы. И дальше идет, пытается с этим что-то делать и пытается понять, как этим пользоваться. Но он понимает конкретно, что лично мне нужна лопата, мне не нужны грабли. Потому что очень часто люди ходят на тренинги все подряд, пытаются выучить все, у них ничего не получается, они сами себя демотивируют, и на этом все заканчивается. Ну, игротехник – это страшный человек, да. Заставляет думать, игротехник, мозги, что да. Бывает неприятно, да? Игротехник – это человек, который заставляет тебя пользоваться твоим собственным мозгом. Он не дает тебе ни одного ответа, ты сам находишь все ответы. Скажи, я знаю, что ты сама очень много обучаешься, да, все время участвуешь в каких-то онлайн-вебинарах, ездишь куда-то, все постоянно. То есть все еще узнаешь что-то новое для себя каждый раз? Ну, нет предела знаниям, это нормально, потому что мир очень быстро меняется, и нужно понимать, что сейчас происходит, какие еще есть технологии, что появилось нового, что с этим делать, а как делают там, а как делаем мы, ну как-то принести какую-то новую информацию, конечно. Скажи, пожалуйста, вот обучение – это обязательное условие для успеха? Потому что я часто слышу, что люди говорят, да ну вот ваше там мероприятие, да, то есть, а вот у меня дядя, вот у него бизнес, и он вообще никогда ни один тренинг не посещал. То есть. Давай начнем сначала. Что такое успех? Ну, допустим, в нашем обществе под успехом понимают человека, который обладает всеми внешними атрибутами успеха, то есть он достаточно обеспеченный, ездит в отпуск там 3-4 раза в год, у него есть дом, семья, там он может всех прокормить, ну, наверное, это имеется в виду. Это есть такой анекдот про обезьяну и банан, когда обезьяна сидит на берегу реки, ест банан. К ней подплывает крокодил, говорит, обезьяна, вот что ты тут сидишь? Что ты тратишь время своей жизни на этот банан? Давай лучше вместе с тобой откроем бизнес, посадим плантацию, будем выращивать бананы, потом будем их продавать, экспортировать их в Европу, потом откроем дальше, расширимся, бизнес будем еще в Австралию куда-нибудь их отправлять, и потом обязательно в Антарктиду пингвинам будем отправлять бананы, мы захватим весь рынок, у нас будет многомиллиардный оборот, мы поработим мир. Обезьяна, давай делать бизнес. Обезьяна такая, зачем? Он говорит, ну как зачем? Ты представляешь, у тебя будет столько денег, ты сможешь купить свой собственный остров, там будет берег моря, ты будешь сидеть на этом берегу моря, есть банан. Ну обезьяна, говорит, так я же уже сижу и ем банан. Ну, я это к тому, что понятие успеха, это очень субъективная категория. Каждый оценивает его по-своему. И поэтому каждый определяет сам, что ему нужно. Кому-то, да, нужно прийти и поучиться. Кто-то считает, что нет, я делаю все сам и делаю это так, как я умею. Нельзя человека заставить. Одним из ключевых навыков, которым должен обладать руководитель, это обучение. Он должен сам постоянно обучаться и совершенствоваться, и уметь обучать своих людей. В моей любимой книжке «Алиса в стране чудес» есть такая фраза, когда Алиса, это была «Алиса в зазеркалье», вторая книга, Алиса встретила королеву, королева говорит, в нашей стране для того, чтобы стоять на месте, надо бежать изо всех сил, а для того, чтобы хотя бы немножечко двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Вот это про работу руководителя.
Для того, чтобы просто стоять на месте, надо постоянно развиваться. Никогда нельзя останавливаться и думать, все, я все знаю, я все выучил. Обучение – это не обязательно тренинги, это не обязательно ходить на какие-то семинары и слушать других людей. Это могут быть книги, это может быть общение с твоими коллегами из других областей. Это может быть общение с твоими же людьми внутри компании, потому что каждый сотрудник компании накапливает свой уникальный опыт. И обмен этим опытом внутри компании – это сумасшедший потенциал для роста и для развития компании. Но надо, опять же, задача руководителя – сформировать такие условия, чтобы сотрудники готовы были и могли обмениваться опытом друг с другом. Прикольно. Это тоже про развитие. Вот ты сказала, что важным навыком любого руководителя, да, является умение обучаться. А какие еще навыки нужны профессиональному руководителю? Слушать и слышать. Сейчас я попробую это сформулировать. Я не хочу говорить учебными просто какими-то шаблонными фразами. Один из навыков руководителя – это уметь понять, что за человек перед ним и как этого человека зажечь. Где у него кнопка? Второй важный навык – это целеполагание. Руководитель задает цель и объясняет команде, куда бежим, доносит это до команды. И очень-очень важный навык руководителя – это умение доверять своей команде. Если руководитель не доверяет команде, доверять – проверять надо, но доверять надо. Если я не доверяю моей команде, которую я же как руководитель выбрала, это значит, что я не доверяю себе, это значит, что зачем мне эти люди, если я им не доверяю? И это значит, что я не уверена, что мы дойдем до цели. Еще один важный навык – это навык умения отойти в сторону и посмотреть на ситуацию со стороны. Мы очень часто погружаемся в предмет, зарываемся в нем и не видим всей картины. А руководитель, он должен в целом уметь держать рамку и смотреть, а что в целом вообще происходит. Но это если не шаблон, то как-то так. Очень много всего. Не такое-то и простое дело. Да. Ну что ж, друзья, с нами была Василиса Смирнова. Мы поняли, что управление – это дело нелегкое, ему нужно учиться, желательно учиться систематически и регулярно. И в этом клуб молодых бизнесменов вам в помощь.